Всех снова рад видеть на нашем канале Optonet. И сегодня я вам покажу, как на айфоне отсканировать любой документ. Вот это не просто так здесь лежит. Вот, например, у меня есть такой документ, книжечка, неважно, которую нужно кому-то скинуть или просто занести, чтобы она вот в таком виде была в телефоне. И можно, конечно, там делать фотографию через камеру, там как-то ее обрезать и сохранить, и в принципе получится, но это будет фотография. Чтобы, например, добавить ее как документ и максимально быстро, потому что бывает такое, что его нужно отсканировать не один, у вас есть такая пачка листов, которых нужно быстро занести вот именно в телефон. Нет у вас ничего, сканера, принтера, ну ничего нет, вот есть телефон, и нужно быстро сфотографировать там 5-10 листов, чтобы это все не мучиться, не обрезать, ничего такого не делать, а максимально быстро и просто на любом айфоне, то сейчас я этот способ вам покажу. Приятного просмотра, погнали! У нас, например, документ или любая книжка, как вы видите, это не совсем листок, но не важно, какой размер именно самого документа, телефончик сделает это максимально быстро, качественно и просто для вас. Заходим для того, чтобы отсканировать документы, в заметки. Зашли мы в заметки вашего телефона, и вот здесь мы можем писать. Ну, часто многие пользуются заметками, что-то нужно запомнить, пожалуйста, сразу под рукой у вас телефончик, записали там, что вам нужно, например, сделать. И вот в самих заметках у вас есть вот здесь камера. То есть, нажимаем камеру, здесь можно снять фото или видео, и оно сразу появится в заметках, или отсканировать документ. Многие сейчас задают вопрос, а почему нельзя просто зайти в камеру, сфотографировать этот документ? Ну, посмотрите, во-первых, вы зашли в камеру, во-вторых, вам нужно его сфотографировать максимально четко, чтобы он был, и когда даже вы выровняли, он, видите, то есть видно рамки, видно, что это фотография, и он будет в формате фотографии. Можно, конечно, там еще зайти в настройки. Выбираем этот документ, потом править. Вот это все красиво, красиво нужно будет подкорректировать, то есть чтобы он был, и все равно он получится, ну, не такой, во-первых, как документ, вот видите, то есть видно все. Во-вторых, если у вас будет 10 таких листков, то это делать очень долго, а во-третьих, это формат фотографий. Так вот, чтобы такого не было, заходим в те самые заметки, и вот здесь выбираем камеру, после чего нажимаем «Отсканировать документ». У нас открывается камера, и смотрите, как только мы наводим этот документ на камеру, видите, он загорается желтым цветом, чтобы лучше видно было. Сейчас я сделаю. Так. Желтый цвет, фотография. И все. То есть буквально несколько секунд он максимально сам понимает, где края этого документа. Нажимаем оставить. Нажимаем оставить. Все. У нас этот документ уже есть. Нажимаем сохранить. И после чего именно этот документ, смотрите, в формате документа готово, у нас появляется в заметках. Вы его можете, естественно, зажимаем, там поделиться и или скопировать. Если поделиться в любую соцсеть, там в Инстаграм, Телеграм, куда угодно, можете сразу человеку скинуть, и он его сразу откроет. Или же можете скопировать и, допустим, куда-то его вставить. То есть вот он в формате документа, мы можем открыть, увеличаем, смотрите, увеличиваем. У нас качество отлично, читать можно, и то есть нету никаких краев, то есть именно сам документ. И чтобы вам, допустим, нужно там в книжке, например, у вас там 5 страниц, мы открываем опять. Отсканировать документ, нажимаем опять, то есть документ, фотографируем моментально, то есть пару секунд, нажимаем оставить, все, у нас уже вторая страница, она сохранилась, ну, соответственно, нажимаем сохранить, все, у нас две страницы, вот первая страница, например, и точно так же у нас есть вторая страница, то есть все, две страницы. Если вы хотите, чтобы они были не отдельно, то есть видите, здесь две, а именно в одном, и вы могли вот так листать, здесь есть плюсик, нажимаем опять то же самое, фотографируем. Пожалуйста, оставить. Сейчас сохранить. Сохранить. Все, у нас, смотрите, вот две страницы. Раз, и мы можем листать. То есть, и когда мы приближаем, то отлично все видно, нету никаких ненужных нам фонов, то есть, что это на столе или где-то это фотографировали, то есть, все вот это есть. Точно так же можете скопировать, перекинуть кому-то. Точно так же можете сразу закинуть в соцсеть. И тем самым у вас за несколько секунд сразу документ переносится сюда. И так можно сделать даже 100 или 200, сколько угодно листов, максимально быстро, просто и качественно.
Вот такой вот способ, очень простой, но в то же время максимально эффективный, который позволит вам перенести любой документ, который у вас, например, в руках, в электронный вид и скинуть кому нужно. И неважно, 1, 2, 3, 10 страниц, это делается быстро, и телефон практически все делает за вас, и плюс сохраняет его в формате документа. Плюс потом вы можете зайти в заметки, открыть этот документ, и он у вас тоже сохранится, можете удалить. И еще плюс, что он не сохраняет эти все документы в фотографии, потому что это формат документа. То есть это удобно, не будет лишним засоряться ваша галерея. Кому помог, оценивайте ролик, если вопросы у вас остались, вы знаете, комментарии, задаете вопрос, а я на них по возможности отвечаю. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Всем удачи, всем пока!